Впервые культурная элита Гагаузии инициировала и провела праздничный концерт в Кишиневе в честь 18-й годовщины принятия парламентом Республики Молдова закона об особом правовом статусе Гагаузии. Национальная музыка и песни гагаузских исполнителей прозвучали в канун праздника в органном зале столицы нашей страны. То, что они сегодня дают здесь такой замечательный концерт, люди приходят и слушают, это свидетельство единства нашего народа, это свидетельство государственности Республики Молдова, укрепление ее государственности. Мы должны быть вместе, и только тогда мы достигнем какие-то успехи позитивные, будь то в экономике, в политике и в искусстве. Лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов, известная гагаузская исполнительница Людмила Тукан, говорит, что действительно в этот день чувствовалось патриотическое настроение и в самих выступлениях ведущих и совсем юных исполнителей. Из выступления мы видим, что в Гагаузии есть свои таланты, и я очень рада, что этот концерт состоялся в честь этой знаменательной даты. И поздравляю всех с этим праздником. Те, кто смог присутствовать на концерте, смогли оценить культуру и творчество гагаузского народа. Я рада поздравить гагаузов сегодня с праздником, с совершеннолетием. И сегодня этот маленький шажок навстречу этой прекрасной культуре, я думаю, сделан. Аналогичный праздничный концерт состоялся и в столице автономии. Ветераны становления Гагаузии и депутаты парламента Молдовы вспомнили тех людей, которые внесли свой вклад в обеспечение закона об особом правовом статусе гагаузской автономии. Можно перечислять имена этих людей весь день, и все равно не хватит времени. Но одно хочу сказать – спасибо нашему народу, нашим людям, которые проявили в те 90-е годы настоящее единство. В рамках праздничных концертов выступили ведущие гагаузские артисты Петр Петкович, Мария Кыса, Людмила Тукан, Виа Чаир, духовой оркестр города Чадырлунга и другие.